Друзья, в этот праздничный предновогодний вечер хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы этот год не подложил вам свинью, чтобы этот год был добрее, веселее, результативнее уходящего. Ну а результаты этого года мы сейчас с вами все вместе и подведем. С начала сезона я вел бухгалтерию у тебя по металлокопу. Все записывал. Сейчас покажу вам результаты, которых я достиг в этом сезоне. Конечно же, эти результаты могли быть намного результативнее, если бы основную часть времени у меня не отнимала основная работа. Ну и так считаю, что поработал я довольно неплохо. В целом год был очень даже неплохой. Надеюсь, что наступающий год 2019 будет намного лучше уходящего, и все будет у нас хорошо. Итак, друзья, подведем итоги. Здесь у меня все расписано. Число, приемка, вес металла, засор, который мне ставили, цена на тот момент, расходы, которые я потратил на бензин, на круги, на все нужды, которые были затрачены, чтобы привезти этот металл и найти. Ну и, соответственно, чистый доход. Итак, друзья, здесь у меня расписано с июня месяца, июнь, июль. В августе я не сдавал. В августе за металлом ездил, но сдавал его в сентябре. Сдавал здесь кучкой, когда договорился по 12 рублей у меня брали. 5,5 тонн я тогда сдал. Так, в октябре сдавал один раз, ну и в декабре один раз последний. Видео будет. Итак, итоги. Итоги года. Вес 19 тонн 360 килограмм. Накопал я за этот сезон. Цена в основном на металл была 11 рублей. Сдавал в основном по 11 рублей. Один раз только было 12, и там вроде один раз по 11,50. Ну и затрачено было 24 250 рублей на затраты на бензин, на расходники на всякие, на наемный труд, потому что были случаи, что мне приходилось нанимать людей, чтобы там помогали мне. Ну и кому интересно, сколько я заработал за сезон, вот, пожалуйста, 19 тонн, умножайте на 11, вычитайте 8%, в основном 8%, бывало, конечно, и 6%, но в основном по 8% сдавал. Да, один раз только было 6%, так все по 8. Вот, и вычитайте. И получите тот доход, который я получил в этом сезоне. Ну, еще можете также вычесть мои затраты, 25 тысяч примерно. Этот столбик доходов я специально тут замазал, конечно. Кому интересно, сколько я заработал, вот, пожалуйста, можете быстренько там на калькуляторе посчитать, или кто хорошо считает, в уме посчитать. И посмотреть, сколько я заработал за этот сезон. В следующем сезоне эту цифру хотелось бы, конечно, мне приумножить несколько раз. Ладно, загадывать не будем. Посмотрим, как пойдет. Ну что ж, друзья, еще раз
Всех с наступающим Новым годом. Всего хорошего, счастья, здоровья. До новых встреч!